Добрый вечер, дорогие мои друзья! И мы сегодня на вечеринке у JC Entertainment. С вами Марьяна Трофимова. И со мной здесь хозяйка этого JC Entertainment Галина Капани. Галина, здравствуйте. Я хочу вас... Здравствуй, Марьяночка. Да. Сегодня такой праздник великий, Истер. Все христиане отмечают этот праздник, и мы решили тоже отметить в этом ресторане в Голливуде Highlight Mediterranean Restaurant. The best interior here also. The good food. В общем, я говорю немножко на английском, немножко на русском, ничего чтобы страшного. Люди понимали. Сегодня будет концерт Роксан де Калистро. Вот мы ждем ее с минуты на минуту. Также мы будем делать презентейшн нашей королеве Маргарите Аксеновой, которая выиграла титул Queen Miss Fashion. Она выступала несколько раз. Почти на всех ивентах она присутствовала, и также она была на фэшн-шоу Model, выиграла The Best Picture in Restaurant Russia. Также она была руководителем вечеринки на Новый год в ресторане Tarzan. По-моему, она еще дизайнер очень красивых шляпок. И она мне подарила обалденную шляпку, я хочу сказать. Да, она очень любит импровизировать, и это очень подходит для нашей компании, потому что я люблю работать с талантливыми людьми. Спасибо большое, Галина. С дизайнерами, с артистами. Да. И мы будем продолжать работать. И, пожалуйста, все, кто заинтересованы участвовать в наших вечеринках, позвоните, принимайте участие. Спасибо. Okay. Всех благ и Happy Easter! Happy Easter, and we're not finished. We are waiting for our main guest. It's Amar Rayma. It's his event tonight. He's a fashion designer. So we're not finishing. Stay with us. Оставайтесь с нами. Мы будем отмечать день рождения нашего дизайнера, мужского дизайнера. Он сейчас появится. Поздравляю Амара с рождением. Вот именно на Истер ты родился. And I wish for Amar the best career. С днем рождения, Амар! Happy birthday, Amar! Happy Easter! С Пасхой! С Пасхой, да.